Интересные игры и проверка на скорость. В школе номер 19 прошло спортивное мероприятие. Приурочено оно к Международному дню борьбы с наркоманией. Присутствовали на мероприятии и спортсмены. Они показали детям различные упражнения. По словам специалистов, это не только пробудит у детей заинтересованность к спорту, но и позволит в дальнейшем вести здоровый образ жизни. Соревноваться в веселых стартах между собой. Ну, самое главное здесь у нас профилактика наркомании. То есть, чтобы дети вели здоровый образ жизни, что здоровым быть модно. Вот под таким девизом будет наше спортивное мероприятие. Здесь соревнования разного характера. Есть и настольные игры, шахматы, шашки. Дальше на спортивных площадках, которые расположены на территории школы, будут дети соревноваться в различных видах спорта. Были приглашены на мероприятие ученики 4 школ города. В конце соревнований школьникам была проведена разъяснительная беседа, а также были вручены благодарственные письма и призы от спонсоров. Ольга Цуканова, Арман Абылхасымов, Жахангир Куанышбаев. Новости Темиртау.